Все хорошо. Я словно на небесах. Музыка такая хорошая. Я вижу своих родителей. Они выглядят счастливыми. У них для меня подарок. Интересно. Это кот, такой милый, красивый. Темный, как глубокая ночь. Это мистер Полночь. Мой лучший друг. Мой единственный друг. Херово живет с табовехи, походу. Дружит с котом. Мы ужинаем, я вижу тетю Грейс. Она мне очень нравится. Сегодня пятница. Мои родители уезжают, а я с мистером Полночь иду бухать. Тетя Грейс заботится обо мне. Она ей факи показывает, это нормальная гадетка. Сейчас вечер понедельника, я играю с мистером Полночь. Но почему-то мне тревожно. Может, потому что мне закрыло окно? Ну, конечно, я же говорю, смотри. Странное существо за моим окном. Оно мне не нравится, оно меня пугает. Внезапно я что-то слышу. Это мама, она кричит. Я хочу узнать, что произошло. Из комнаты моих родителей горит яркий свет. Я подхожу ближе. И ближе. Мама? Папа? Нет, пожалуйста. Ух, нихера себе, их располосовали. Мамочка, папочка. Одним ножом невозможно так разрезать человека. Это, по-моему, какое-то вранье. Это же обычный нож кухонный. Как можно человека на три части разрезать? У него же кости там как минимум. Их надо чем-то дробить, я не знаю. Зубилом хотя бы, но ножом так просто не отрежешь. Раз. Три. А, Фрэн, как ты себя чувствуешь? Думаю, я в порядке. Только грустно видеть одно и то же. А грусть является нашей неотъемлемой частью. Я хочу найти убийцу. Я очень хочу узнать, кто убил моих родителей. Полиция работает над этим. Полиция ничего не делает! Не будь таким пессимистом. Скоро мы обязательно получим ответы. А пока у меня есть кое-что для тебя, Фрэн. Что там? Видишь стол? Там небольшая посылка для тебя. Это от тети Грейс, возьми. Сумочка моей мамы. Открой ее, там внутри что-то есть. А, дорогая Френ, вот твоя любимая сумочка. Мне кажется, ты бы хотела иметь ее у себя. Когда я размышляла... А, это тетка читает. Когда я размышляла о тебе, я вспомнила, что тебе нравится изучать предметы и объединять их с другими. Поэтому я надеюсь, что ты оставишь эту сумочку и будешь вкладывать в нее все то, что планируешь использовать. Никогда не забывай, что изобретательность — это величайший твой дар. С любовью, тетя Грейс. Тетя Грейс? Что ж, еще одна причина выпустить меня. Не беспокойся за нее, она в порядке. Я могу идти? Да, можешь идти. Но сперва время принять новое лекарство. Какое еще лекарство? Какое лекарство? Лекарство называется Доатин. Оно делает тебя очень спокойной. Сестра, мы готовы. Сестра, мы не готовы, нихера, ты че? Что нового, доктор Дирн? Вообще-то ничего, те же видения, что и прежде. Понятно. Держи, Френ, прими свое лекарство. Да я не хочу его принимать, идите нахер, чего вы меня пичкаете этими лекарствами? У нас мало времени, Френ, прими таблетки сейчас же. Ты что, командуешь-то, алло, слышь, не пойду никуда. Пойдем отсюда нахер, вот, пойдем туда. Пойдем на выход, спать ложись опять, все, суки. Так придется жрать таблетки. На, падла, спокойно тебе. Мне плохо. Вообще, похуй. Мне похуй, абсолютно. Сестра, больше не давайте ей эти таблетки. Вы что тут хомячка же какого подопытного нашли, я не понял. Алло, доктора. Чё за херня-то? Принимай сейчас, сидит еще записывает какие-то результаты там. Ты вообще шляп нагрел, бородатый. Да мне похуй. Берегись, Френбоу.
Если ты покинешь дом безумия, я найду тебя. Поймаю. И верну обратно в безумие. Френ, проснись. Лекарство поможет тебе сбежать. Я буду ждать тебя в лесу. Это с нами кот говорит? Нормально такое лекарство. Ха-ха, веселые таблетки. Я люблю тебя. Смотри, у меня веселые колеса прям. Хера, что-то раздают. Понравился ролик? Хочешь больше? Тогда заходи на Boosty, там уже доступен новый мульт. Здравствуй, Дуайт. Какой хороший солнечный денек. Курица или яйцо? Все знают ответ на нее, это удача. Я хочу еще поиграть, одиноко. Проверишь? Иди, аккуратней будь. Особая благодарность спонсорам на Boosty.